По поручению глав наших государств организована работа по размещению на территории Республики Беларусь нестратегического ядерного оружия Российской Федерации. Это будет являться действенным ответом на агрессивную политику недружественных нам стран, и мы надеемся, заставит их руководство задуматься о недопустимости дальнейшей эскалации обстановки в регионе. Военная поддержка. Республика Беларусь была и остается нашим верным союзником и надежным партнером. Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну. В рамках военного и военно-технического сотрудничества между нашими странами приняты меры по наращиванию боевого потенциала региональной группировки войск, в том числе оснащению новыми современными образцами вооружения, такими как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», зенитно-ракетной системы С-400. Проведено переоборудование самолетов Су-25 с возможностью применения авиационных средств поражения в ядерном оснащении. Военнослужащие Республики Беларусь прошли обучение на полигонах Российской Федерации и получили практические навыки в их эксплуатации. I would say that we strongly condemn the arrangement. As we have made clear, the use of chemical, biological, or nuclear weapons in this conflict would be met with severe consequences. But in response to this report, I will just add we have seen no reason to adjust our strategic nuclear posture or any indications that Russia is preparing to use a nuclear weapon.